слову, в Павлодарскую область могут провести российский газ. Соответствующую возможность правительство Казахстана обсуждает с компанией «Газпром», сообщил премьер-министр Аскар Мамин. Так, по газификации региона рассматривается сразу несколько вариантов. Один из них – присоединение к газотранспортной системе России. Другой – дальнейшее развитие магистрали Сарыарка и подключение Павлодарской области за счет второго и третьего этапа. Как отметил глава Кабмина, по этим проектам идет разработка технико-экономического обоснования. Окончательное решение примут во втором квартале следующего года. Мамин рассказал и о планах газификации Восточно-Казахстанской области. В то же время мы рассматриваем в целом, с учетом экологической ситуации, которая складывается в регионе, рассматриваем также вариант присоединения к проекту, будущему проекту «Сила Сибири-2». Есть такой соответствующий проект, который сегодня находится в проработке. Вы знаете, «Сила Сибири-1» есть проект, который уже подает, по сути дела, газ. Сегодня идет согласование цены на газ по проекту «Сила Сибири-2», который мы предложили российской стороне, чтобы он прошел по территории Казахстана и с выходом на рынок Китайской Народной Республики.